Здравствуйте, в этом выпуске на 4 человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы. Она бы потеряла себя. Далее подробнее. Информация пострадала. Удар по больнице, погибло по меньшей мере, внимание, 200 человек, об этом говорят средства массовой информации. Но вот самое главное, что действительно Израиль требует от палестинцев перемещаться, и желательно перемещаться очень быстро. Люди это делают, израильские удары, потому что юг возвращается не тем, не